Судебно контрольные материалы еще не передали, хотя они должны были передать не позднее 8 часов до истечения максимального срока содержания под стражей. Получается, в 21:00, если задержали, в час дня, арифметика, 8 часов, то есть в час дня они должны были передать. Но у меня есть такая информация, что вроде бы как не передали по сию минуту. Я вот сейчас пойду к своему подзащитному, уточню. Дали судебно-контрольные материалы? Нет, можем мы с ними ознакомиться. Если не дали, то... Ну, если не дали, то нарушение. Будет, я думаю, суд иметь суждение по данному вопросу. Посмотрим. До суда вообще неизвестно. Ну, по идее, сегодня должен быть. Да. На территории СДБ суд будет? Я не знаю. Этот вопрос пока не обсуждался, пока не будет известно, кто судья, какие меры безопасности будет применять, это уже совместно с судом будет организовывать суд. Скорее всего, я так предполагаю, что на территории СГБ, ну, это подведомственно городскому суду. А как они обеспечат охрану, не знаю.